Яркие и неповторимые объекты, привлекающие внимание, появились недавно на улицах Салавата. Один из таких разместился у здания централизованной библиотеки по улице Ленина 1. Короткая надпись с ярко-красным сердечком, говорящая о любви к чтению, уже давно привлекает к себе взоры горожан, и они оценили такую идею по достоинству. В июле этого года возле Центральной городской библиотеки у нас появился новый объект признания. Я люблю читать. Ну, конечно, главной целью является это привлечение внимания к библиотеке, в первую очередь, книги, ну и в целом к чтению. Мы очень хотели что-то яркое, лаконичное, но в то же время мобильное. И такие вот небольшие фишки, они являются такими точками притяжения для читателей, для новых пользователей. Конечно, это самое главное для нас. У нас в городе 11 библиотек, и мы потихонечку продумываем новые формы, чтобы привлечь новых читателей и новых пользователей. Кроме арт-объекта, у здания Центральной библиотеки яркие элементы появились еще и на набережной, а также в парке. Над их созданием трудилась целая команда профессионалов, в их числе Евгений Брылев, который работал над технической составляющей объекта. Вообще инициатива была главы города. Нам сообщили, что вот необходимо как-то украсить данный арт-объект. Долго очень не могли найти соответствующие материалы, а именно вот этот вот газон, газонную траву. Ну, мы справились, все сделали вовремя. Для поддержания и сохранения красоты зеленого рояля за ним ведется соответствующий уход. Соблюдаются все меры. Это и вентиляционные выходы, и специальный щебень, который при поливе не позволяет лишней влаге задерживаться внутри инструмента. На данном объекте я занимаюсь уходом, благоустройством данного объекта. Перед нами рояль, очень интересный объект, который был в задумках с администрацией. Спасибо исполнителям. Евгений сказал, что работа была кропотливая, интересная. Данные объекты очень нужны городу, наверное. У нас город молодой и очень мало таких интересных мест. Надо уважать чужой труд, когда люди еще спят, с 7 утра тут работают уже рабочие. Косятся, убираются, чистятся урны. Ну, хочется, чтобы это было красиво. Это для горожан. Хочется, чтобы это было более бережливо относилось и ценилось людьми. Спасибо администрации за такие места, за такие проекты. Это очень интересные проекты, надеемся, что не последние. Ну, будем, наверное, более уважительно друг к другу относиться, к чужому труду. Музыкальным училищем было передано 2 рояля в дар городу для реализации арт-объекта. Данный инструмент уже невозможно было использовать по назначению, поэтому решили создать из него красивые такие объекты. Этот объект не первый и не последний. Будут еще новые объекты, которые мы будем также благоустраивать. Креативные идеи нашего города реализуются. Следует помнить, что не только соответствующий уход, а прежде всего бережное отношение жителей помогут надолго сохранить появившиеся арт-объекты в первозданном виде. Альбина Кашапова, Радмир Загидулин, телекомпания «Салават».